Йокотушки, друзья, меня зовут Богдан Буварк. Сегодня мы будем с вами не открывать контейнеры, а сегодня будем крутить рулетку и будем выбивать танки. Ну, если, конечно, мне очень сильно повезет. С вас лайкос, подписку, а мы начинаем. Погнали. Итак, у меня получается здесь дохрена контейнеров. Если мне выпадет вот этот контейнер, я буду очень сильно психовать, орать и все в этом духе. Я, честно, я его не хочу. Шанс упадения этих контейнеров у нас составляет примерно от 3, от 0,6 и все в этом духе. Не буду тянуть, начинаем. Первый контейнер. Давай. Ну, если сейчас выпадет мне сразу же мистик, будет нормально. Маленький мистик будет нормально. Опа, вот это я понимаю. Вот это я уважаю. Мистик сразу же первого уровня. Идем дальше. Собери все. Давай мне собери все. Давай, допустим, X1 давай. Будет нормально. О, блин, вот такие контейнеры я, конечно, не уважаю. Там голда падает вообще, ну, ни о чем. Не очень интересный, как бы, контейнер, но танчики там тоже, как бы, как есть. Блять, я только что говорил про вот этот контейнер, мне особо не интересен. Ладно, не будем особо зацикливаться, продолжаем. Сливаем всю голду максимально, сколько это возможно. Как повезет. Я не буду особо тянуть с этим, но хочу их пооткрывать. Давайте, ребят, быстренько тогда их пооткрываем вот таким образом. Ага, о, контейнер-сюрприз, уважаем. Еще раз выпал. О, вот это я понимаю, вот это мне нравится уже. Так, у меня, в общем, остается, получается... Сколько там, 5000 голды, получается, было. Блять, вот эта дрянь вообще мне просто не нравится. Вот хоть глаза выколи, блин. Ну, собери все. Обожаю, собери все. Самое любимое мое. Давай что-нибудь еще поинтереснее, пожалуйста. Да, ну зачем мне вот эти контейнеры? Господи, угомонись, а. Все, собери все, забираем последний контейнер. Окей, давай. Если мне собери все выпадет контейнчик, это будет вообще просто что-то нечто будет. Давайте сразу же вот этот контейнер сольем быстренько с вами. Потому что это... Мне лично не интересен, даже не буду комментировать этот контейнер. Собери все, давай. Ну, здесь... Ну, чтобы танк выбить, это маловероятно. Прям маловероятно. Давай. Подкруточку давай. Ага, конечно. Я понял. Давай контейнер-сюрприз посмотрим. Здесь, кстати, поинтереснее будет. Бизон. Гексо. Окей. Давай. Так, если бизон выпадает, то это 3750, и либо... А было бы замечательно 10 тысяч голды и гексор. Ага, конечно. Понимаю. Так, гексо. Бизон открываешь, значит, до того. Ага, понял. Лес на мне защику запекало, я понял. Так, вот эти контейнеры уже можно очень быстро сливать. Самый скучный ролик получается на канале за протяжение всего целого месяца. Уважаем такой подход, уважаем. Ага, о. О, вот это что-то нечто. Вот это я понимаю. О, мистик упал. А, ну там, видимо, все, я понял. Гарантированно, видимо, с 20-го, так понимаю, контейнера. Или 30-й там был. Короче, мне получается, в общем, 33 мистика. 30, хотел сказать, мистиков, ну ладно. Давай. Ага. Так, Леста, я тебя очень прошу, подкруточку сделай мне так, чтобы мне выпал сертификат. Я не прошу голду, чтобы сертификат выпал. Леста, не расстраивай меня, пожалуйста. Я понял. Короче, Леста жестко меня нагнула. Какой можно подвести итог по поводу этих контейнеров? Контейнеры вроде бы и хорошие, халява как-никак, но сказать вообще, что мне ни хрена мне не выпало. Поэтому... Ребята, поддержите лайкосиком, подписочку на канал, кто еще не подписался, ну и комментарий пишите, что вам повыпадало. Ну а я буду тогда, ребят, с вами прощаться, с вами был Богдан Варк, увидимся с вами в следующем видеоролике. Покедова.